Ну что, друзья, едем на отдых и отмечаем мой день рождения. Едем на двух машинах, вещей достаточно много, вроде как на одну ночь, но вещей очень много. Приехали на отдых на озеро Бархатово. Сегодня здесь проведем выходные, отметим мой день рождения. Посмотрите, сегодня немножко мы выпьем. Не смотрите, что я там буду выпивать, что спортивный дед пьет. Ну, бывает. Иногда, очень редко. Вот. Все, уже поставили палатки. Минус один человек, уже спит. Устал. Артем у нас, как обычно, весь в телефоне. Вова у нас, как обычно, самый главный у нас по шашлыкам. Жарит, парит, отжариватель центральный. Хачик. Да. Спортивный дед Хачик. Дорогие друзья, хочу поднять эти бокалы за нашего замечательного друга, соратника, деда, товарища и просто замечательного человека. Выпить за его здоровье, за прошедшее день рождения. Вова, успехов, удачи, любви и счастья. Давай, с днем рождения! Ура, ура! Спасибо. Пьем практически сок. Ну, началось. Самогон с протеином. Ну, с протеином. Ну, за рыбалку. Ну, за рыбалку. Ну, будем. Да что это за бурятские дозы там? Наконец-то. Предупреждать надо. Ой, какой сок хороший. Крутоняня, я же говорю, крутоняня. Надо кусать. Да не, это мои друзья. Вова, кстати, своеобразные, ну прикольные. Баки, они коллеги были, короче. В автотранспортном цехе. Саня, а Ира, Саня, коллега с моей мамой, прикинь. А у нас Селенгата, Санта-Барбара. Ну да не говори. Рассказываю страшные истории про Бурятию. Скажи второй русский. Ирина, в реанимации много трупов было? Очень много. Очень много. А что там, что там живым-то делать-то? Давай. Их и реанимировали, они возрождались, короче. Всякая разная была. Бурятия, да? Интересных историй было, да? Вот твой этот. Аминокислоты. Протеин, блин. Это аминокислоты. Я вам говорю, аминокислоты. Разве может спортивный дед что-то другое пить? Развел, блин. Развел. Что-то буряты разогнались, надо это пропускать. Надо пропускать. Вот видите, только имбирь. Только свежие фрукты. И мясо. Вегетарианец пропускает. Народная мудрость. Если вы в лесу увидели медведя, то клещей можно уже не бояться. Как зовут тебя? Вова, давай опять. Вот, посмотри туда. Вот, видите, какой Вова. Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем в 5 минут до утра. Доживем наше море, Венера.
прощает. Время дыра, это все, что останется после меня. После него. Это все, все, что возьму я с собой. Две мечты до печали стакан. Мы, воскреснув, допили до дна. Я не знаю, зачем тебе дан праведною дорога луна. И не плачь, если сможешь, прости. Жизнь не сахар, а смерть нам не чай. Смотрите, а к нам присоединился еще один бурят. О-о-о! Расписной бурят. Расписной бурят. Еще один. Это он, это он. Ты живой сегодня? Какой, селенгинский почтальон? Ну, типа того. Сейчас он горит уже. Глаза мои не снимают. Приехал я на озеро. Бархатово. Бархатово называется. По сравнению с нашим Байкалом, это, конечно, лужа. Лужа. Да, без бабьи и рыбу раком. Ну сейчас, да, да, сейчас мы попробуем покупаться здесь, какая там вода, насколько она теплая. Приехал я по какому случаю? Сегодня у нашего спортивного деда день рождения. Вот, хочу его поздравить, поздравляю от души. Желаю ему, чтобы лавочки, как он сказал, всегда возле подъезда были, он же дед. Посидеть, семечки пощелкать. Вот, чтоб пенсию вовремя выдавали. Падла! Да, поликлиники, чтоб, очередей не чтоб, было. Чтоб валенки не стаптывались раньше времени. Ну, короче, дед, с днем рождения тебя. Все. Ладно, спасибо, давай. Жига. Посмотри на меня, не молчи. Не молчи. Крики чайки на белой стене. Окольцованы черной луной. Луной. Нарисуй что-нибудь на окне. На окне. И шепни на прощанье рекой. Рекой, рекой. Это все, все. Это все. Что останется. Ба-ба-ба-бам. После меня. И тебя, и тебя, и тебя. Это все. Это все. Что возьму. С собой! Мы возьмем с собой это все! Нормально. Ну что, вот и подошел к концу наш отдых. Он достаточно был трудоемким. Мы устали от этого даже отдыха. Собрались и все, едем домой. Так что, друзья, подписывайтесь на мой канал «Спортивный дед». Всем здоровья и позитива. С вами был «Спортивный дед». Пока. Love is here.